Всем добрый вечер. Тут многие мне пишут, надо решетку убрать, смородину поставить. Ну, кто смородину, кто яблонь. Я вот, они предпочитают смородину, я всегда смородину ставлю. Решетку убрал, клетка чистая, смородину поставил, воду поменял, корм сейчас досыплю. А вот мои дорогие друзья гуляют, да? Спасибо вам то, что меня подсказываете, потому что я совсем недавно этим занимаюсь. У меня был один попугай, сейчас вот двое их. Хорошая пара. Заказал гнездо. Буду ставить гнездо скоро. Ну, наверное, уже в квадратную клетку. Куплю квадратную клетку, как все просят меня. Но немножко придется подождать. Ну, соберемся и купим. Так вот они, мои дорогие. Прекрасные попугаи. Все хорошо у нас. Лунтик хороший кавалер. Молодец. Прям вот вообще защищает ее. Милка она, хитренькая. Ну, молодцы. Играется, дружит, все хорошо у них. Такие дела у нас. Спасибо вам за поддержку и просмотры. Благодарю вас. Да? Лунтик, Милка? Да, говорит, голова кивает, видите? Да, да. Лунтик. Да, по поводу хрипа. Ну, кто-то там храпит. Я не храплю, я... У меня дышка просто. Ну, вот так вот дышу. Благодарю всех. Всем мира и добра.